В этот день воскресный, день чудесный, я спешу к вам с актуальной информацией о ситуации на рынке недвижимости. Человейники. Все выше и выше. Тысячи квадратных метров ежеквартально попадают в продажи. Люди несут свои денежки. Или несли раньше, пока цены, как мне кажется, не достигли космоса. Или космос еще впереди. Ставка по ипотеке перевалила за 22%. Людям назначают 25%, кому-то 30%, вполне возможно и больше. Что же в реале происходит сегодня с продажами? Я продолжаю следить за рынком недвижимости и делюсь этой информацией с вами. Для записи этого выпуска мне помогает Наталья, человек, который активно работает в сфере недвижимости и разбирается в этом рынке. В том числе я сделал публикацию в телеграме канала, где призвал других людей, кто работает также в недвижимости, принять участие. И мне откликнулось 3 человека. Друзья, всем привет, давно не виделись. Дима попросил меня поделиться своим опытом в сфере недвижимости за последнее время. Привет, меня зовут Александра Путилина, и я являюсь экспертом на нашем стабильно-нестабильном рынке недвижимости вот уже более 10 лет. Какая текущая ситуация на рынке? Вот чего ожидать на ноябрь? Будет рынок снижаться или повышаться? Что будет с ценами по вторичке, по новостройкам? Что будет со спросом? Впереди вас ждет одна короткая рекламная интеграция. Более никаких ссылок в описании не ищите. За малым исключением, сегодня купить квартиру хочет лишь малая, вот такая маленькая часть граждан нашей страны. Но они все равно есть. Именно поэтому, если вам вдруг нужна помощь в покупке или продаже недвижимости в Москве и Московской области, вот он, телефончик на экране. Пожалуйста, обращайтесь напрямую, сведу вас с крутейшим специалистом, который по щелчку пальцев решит все ваши вопросы на высшем уровне. Тайм-коды ждут вас в описании, но не переключайтесь, потому что информация интересная, полезная, вполне возможно, она вам пригодится. Поехали. Наташ, привет. Смотри, давай сразу к делу. Угу. Последний раз мы с тобой записывали формат наш в июле месяце, в конце июля. То есть прошло 3 месяца. Тогда у нас впереди был август, сентябрь, октябрь. С точки зрения того, что сентябрь начинается новый рабочий и учебный год, люди возвращаются, кто-то начинает брать квартиры в аренду, рынок оживает. Вообще, в целом, в недвижимости ты отмечаешь, ну и многие твои коллеги в том числе, что сентябрь, октябрь – это, так сказать, всплеск. Да. И до конца года все хотят что-то купить, продать, то есть совершить сделку. Что происходит на рынке вот актуалий на конец октября, начало ноября 2024 года? Смотри, ну, в принципе, как я и говорила, да, действительно, на рынке недвижимости, как правило, плюс-минус сезона, там, июнь, июль, август, это не самый рабочий сезон, речь не идет о том, что ничего не продается в эти месяца, в любом случае продается и покупается, но в процентном соотношении несколько меньше. И если мы берем конкретно вот это лето, которое прошло, на самом деле люди уже почувствовали вот эти ставки там на тот момент по 20%, и практически все сделки, которые у меня были, за исключением прям вот минимум в процентном соотношении, и это были сделки либо за наличные, либо там, где люди согласны взять кредит, ну, то есть какую-то достаточно большую ипотеку под большую ставку, но они понимают, что им это нужно будет, ну, там, на 2-3 месяца и так далее, что они ждут, что они что-то продадут там, откуда-то у них придут деньги, и, соответственно, собираются ее перекрыть. То есть они не планировали там платить досрочно по ставке 20%. В общей массе рынок недвижимости сейчас падает, особенно это заметно по эконом-сегменту, то есть это пятиэтажки, без реновации и 9-этажки. Оно и неудивительно. Процентная ставка, начиная уже с 18% и 19%, буквально убила рынок ипотеки. В целом можно сказать, что сейчас нет проблем с ликвидными объектами. Они продаются в прогнозируемые сроки и по рыночным ценам. Однако, если объект не ликвидный, квартиры такие продаются с дисконтом в 10-15%. Главное, что хочу отметить, что те самые однушки в старых домах всегда были так называемыми локомотивами недвижимости. То есть это были самые доступные для покупки квартиры. Так вот, этот самый локомотив сейчас работает на меньшей мощности. То есть собственники таких однушек их продавали для того, чтобы переинвестировать и купить более дорогое жилье в виде там двушек, трешек, либо может быть повыше класс. И тем самым делали сделка за сделкой, образуя цепочки. На данный момент покупателей на эти однушки крайне мало. Как правило, это люди, которые так или иначе связаны с военно-промышленным комплексом, либо люди, которые переезжают с неспокойных территорий,
на юге России, а также люди, которые сейчас вытаскивают свои денежные средства со вкладов или других накоплений, если видят какую-то привлекательную по цене квартиру. Для начала хочу отметить, что рынок недвижимости всегда претерпевал и будет претерпевать в будущем всевозможные изменения, как положительные, так и отрицательные, которые являются неизбежностью и данностью, ее нужно просто принять. Сделки идут и на первичном, и на вторичном рынке. С ипотекой 25+%, с наличными, со всевозможными сертификатами, материнскими капиталами и так далее. По статистике «Домклик» от Сбера с июня-июля 2024 года и на момент сейчас количество сделок на вторичном рынке недвижимости уменьшилось на 40%. Тем не менее, по статистике цены того же ресурса, ценовая политика рынка недвижимости изменилась в большую сторону, где-то на 1,3-1,5%. Я надеюсь, вы понимаете, что эти две вещи сильно взаимосвязаны между собой. Я веду свою собственную статистику, и я считаю, что вторичная недвижимость постепенно и планомерно падает в цене. Не так быстро, как она растет в ней, при благоприятных экономических условиях в стране, но постепенно уменьшается. Чего ожидать на ноябрь? Будет рынок снижаться или повышаться? Что будет с ценами по вторичке, по новостройкам? Что будет со спросом? Какой общий взгляд на вещи? Ну, по вторичке нет. Я сомневаюсь в том, что они будут снижаться, потому что уже сейчас они показали по официальным источникам рост в 1,2-3%. Это в городах-миллионниках. В Москве такая же ситуация. То есть по сравнению с прошлым годом цена отросла. Чуть-чуть, но отросла. Если вы хотите продать по вторичке, вам нужно просто свою скидку, которую вы посчитали, умножить на 2. Тогда вас купят. Что будет с новостройками? С новостройками там традиционная история. Застройщики все уже посчитали наперед. То, что летом было не продано, они, соответственно, подняли цену. В ноябре ждем черной пятницы. А еще мы с вами ежедневно пользуемся банковскими картами. Этот опыт можно сделать еще комфортнее и выйти на новый уровень с сервисом премиум от Т-банка. Подключите его к любой дебетовой карте Т-банка через приложение или закажите стильную стальную карту, которая подчеркнет ваш высокий статус. Не случайно Т-банк признан лучшим цифровым банком для премиальных клиентов в России в 2022 году. Зажимаю пальцы, привилегии, которые станут вам доступны с сервисом премиум. Кэшбэк до 60 тысяч рублей в месяц. Возвращайте часть потраченных денег обратно на карту. Доход до 12% годовых по накопительному счету ежемесячно. Храните деньги в Т-банке и наслаждайтесь стабильным доходом. Выделенная поддержка и консьерж-сервис. Ваш личный помощник поможет вам забронировать столик в ресторане, найти автосервис или подобрать уникальный подарок. Всегда на связи для ваших нужд. На мой взгляд, это действительно крутая фишка. Доступ в бизнес-залы с едой и напитками в аэропортах России и за рубежом. Оформите премиальную карту Т-банка и сделайте вашу жизнь комфортнее. А ссылочка уже ждет вас в описании. Если мы берем вот то, что сейчас происходит, уже прошедший сентябрь, начавшийся октябрь, потом нас впереди еще ждет ноябрь и, главное, декабрь, в котором у нас, естественно, будет марафон «Успеть до Нового года», он будет, даже если ставку сделают 35%, вот, он в любом случае будет. Однако, ну, то есть, очень сложно не заметить, что вот сейчас, когда мы продаем какую-то квартиру на вторичке, то есть, опять же, либо приходят какие-то люди, у которых полностью наличные средства, либо приходят люди, у которых есть, вот, знаешь, там есть сертификаты там, для госслужащих и прочих, то есть они понимают, что но этот сертификат можно получить деньги только через ипотеку, то есть они берут ипотеку и, соответственно, потом им государство погашает эту ипотеку, то есть таким образом целевой кредит. Но, однако, я обратила внимание, что если мы берем какой-то бюджетный сегмент, так уж получилось, что в Москве все, что в рамках 10-15 миллионов, это считается бюджетным сегментом. Это не говорит о том, что это не огромные деньги, но вот это сравнительная цена. То есть вот, ну, в бюджетном сегменте шли продажи,
Но запрос на них очень слабый. То есть, допустим, ты выставляешь квартиру в рекламу, и у тебя там один, два, ну, три человека в общей сложности придут на просмотры, и, соответственно, как бы, ну, с двумя из них, возможно, зацепится какой-то диалог, и мы придем по цене, к какому-то соглашению. Но я обратила внимание, что за этот август, сентябрь и октябрь было достаточно много людей с запросом именно на бизнес-класс по Москве. А, конечно, люди в основном хотят либо уже готовый дом, либо дом, вот в котором вот-вот там выдают ключи, там, может быть, там, не знаю, 3 месяца, допустим, нужно. И это класс жилья достаточно высокий, то есть где у тебя двухкомнатная квартира, просто две изолированные комнаты и кухня-гостиная стоит там, ну, под 30 миллионов. И это без ремонта. И вроде бы многие могут подумать, ничего себе, было бы у меня 30 миллионов, я купил бы любую квартиру. И на самом деле, когда есть такой бюджет и такой запрос, что нужна там адекватная локация, и такая квартира, не так, что это и просто. То есть в массе своей мы начинаем что-то смотреть, и вроде вот когда вы заходите, к примеру, или на какую-то еще доску объявлений, вам кажется, что огонечков горит очень много. Но если ты начинаешь их там прозванивать и смотреть их по планировкам, оказывается, что вот эти низкие цены, за которые кто-то мог зацепиться, это либо очень там плохие планировки, то есть, к примеру, квартира по площади как двухкомнатная, да, по функционалу как однушка, и ничего ты с этим не сделаешь. Либо это квартира с каким-то там вторым этажом, там видом на дорогу и так далее. На мост. Да, с видом на мост, мы сейчас тоже об этом расскажем. Вот, и то есть, если ты начинаешь смотреть какие-то адекватные планировки, адекватные этажи, то у тебя сразу увеличивается стоимость. 30 миллионов рублей – бешеные деньги. Вот жилой комплекс, на фоне которого мы снимаем, сегодня я вам покажу шок-контент, будет несколько зарисовок. 40 миллионов рублей – квартира трехкомнатная, где вид из каждого окна у тебя открывается на бетонное здание в виде соседнего дома. Хотя он расположен на набережной. До всего мы этого дойдем. Но давайте я вам сейчас поставлю зарисовочку, которую ранее я публиковал в телеграме канала. Подписывайтесь, всех вас приглашаю. На предмет ипотеки. Хотите сейчас охренеть? Вот посмотрите, пожалуйста, внимательно. Предположим, что кто-то хочет купить себе двух- или трехкомнатную квартиру ценой в 15 миллионов рублей. Первоначальный взнос по ней нужно сделать 20%, это 3 миллиона рублей. Все эти цифры я беру рандомно, чтобы вам просто показать живой пример. Таким образом, вы попадаете под возможность взять максимальный лимит в 12 миллионов по льготной ипотеке. На сегодняшний день, на момент октября 2024 года, она еще действует с ограничениями. Так, например, под нее попадают люди, у кого есть ребенок, не достигший возраста 6 лет. Вот вы можете попасть и взять ставку льготную 6%. И давайте посмотрим, какие расчеты у нас будут. Я вам открываю вот такую таблицу. Живой пример. Смотрите, цифра 1. 12 миллионов сумма кредита. Как правило, ипотеку берут на максимально возможный срок 360 месяцев. Это 30 лет. И процентная ставка 6%. Далее мы смотрим на цифру 2. Сумма ежемесячного платежа при таких вводных у вас будет составлять, округляю чуть в большую сторону, 72 тысячи рублей. Переплата с процентами 13 миллионов 900 тысяч рублей. Но здесь интересна цифра 3. Обратите внимание, вот это вот идет график с вашими ежемесячными платежами. Занесли вы по ипотеке 72 тысячи рублей, из них 12 тысяч рублей уходят в сумму основного долга, и 60 тысяч рублей уходят проценты банку. И так с каждым месяцем вот это будет потихонечку меняться, как вы все прекрасно знаете, в первую очередь вы отдаете львиную долю процентов банку. Никому этим не удивить. Так, например, во втором месяце вы заплатите 59 940, аж на 60 рублей меньше. Но здесь становится интересно другое. А что делать человеку, если в такой же ситуации, у него такие же вводные, он хочет взять 12 миллионов рублей в ипотеку, заносит 3 миллиона, но он попадает под рыночную ставку, которая сегодня 25%. Давайте посмотрим. Такой же график, 12 миллионов 360 месяцев, срок 25 ставка. Смотрим, сумма ежемесячного платежа 250 тысяч 149 рублей. 149 рублей. Сделаем на это акцент. Переплата по процентам за двушечку или трешечку при таких вводных, если платить весь срок,
78 миллионов рублей. Но здесь самое смешное, что побудило меня, как смешное, в кавычках, смешное, конечно же, записать вот этот вот эпизод. Давайте посмотрим цифру 3. Ноябрь. Мы приносим с вами первый платеж по ипотеке 250 149 рублей, из которых основной долг это 149 рублей, 44 копейки. А 250 тысяч рублей, это вот такая пачка денег, это четверть миллиона уходит в карман банку, который дал вам любезно денежками сразу тут, здесь и сейчас попользоваться. И вот это вот просто поражает. Во второй месяц вы заплатите банку 249 996 рублей сумму. По процентам на 4 рубля меньше. Вот когда на все это дело смотришь, думаешь, охренеть. Так самое, что охренеть, что ставки медленно, но верно продолжают расти. Уже люди рассказывают, кому-то одобряли ипотеку аж под 30%. Там, я думаю, переплата будет под 100 миллионов рублей. Короче, ужас. И вот здесь есть полезный момент. Ведь многие люди, признаемся, не умеют считать, ни во что вникать не хотят. И когда приходят в банк подписываться на ипотеку, привыкли доверять менеджеру. Особенно если он приветный, любезный, и вы нашли с ним общий язык. Так, например, в данном ключе, если вы поставите расчеты не на 360 месяцев, привычные 30 лет, а, например, на 15 лет, то платеж у вас останется тот же практически, а переплата сократится в два раза. В том числе вы можете поиграться с этим калькулятором, позабивать потенциально ваши суммы, которые вы хотите взять кредит, и увидеть, как меняется платеж на 10, 15, 20, 30 лет. Это очень важно, ведь вы сэкономите огромное количество ваших средств. Есть один важный закон рынка. Он никуда не денется, и он всегда будет превалирующим. Чем выше ипотечная ставка, тем ниже цена. И наоборот. Мой прогноз таков. Вторичная недвижимость будет планомерно понижаться в цене в зависимости от роста либо стабильности ипотечной ставки. При этом точечные дорогие продажи выше рынка никто не отменял, но на них нельзя ориентироваться. Есть такой момент, что если мы пойдем по турецкому сценарию, то есть по повышению тарифной ставки, да, Центробанка, то многие люди, у которых эти деньги лежат в банках, и они лелеют надежды, что они у них отрастут, и они купят с большими деньгами подешевевшие квартиры, поймут, что у них деньги просто обесцениваются. И, соответственно, тогда это будет как отложенным спросом влиять на рынок покупателя. То есть будет покупать чаще, больше и с воодушевлением, я бы сказал. Если же говорить про квартиры, студии, однушки, евро-двушки в новостройках при покупке у застройщика, то сейчас все зависит от ликвидности. Как правило, большинство застройщиков сейчас идут на скидки, то есть они либо заранее цену опускают, либо повышают комиссионное вознаграждение агентам для того, чтобы они привлекали больше трафика, либо в процессе переговоров уже в офисе продаж предлагают скидки. Это все индивидуально и обговаривается по каждому застройщику и по каждому даже покупателю отдельно. Мой прогноз по новостройкам. В зависимости от ставок и лимитов, рынок первичной недвижимости будет стабильно увеличиваться в цене до момента отмены всех возможных льгот. Но даже в этом случае, дабы избежать долгостроя и замороженных строек, будут придуманы все новые и новые программы, которые будут поддерживать застройщика, и будут сформированы новые цены в зависимости от реалий. А вот если мы нарисуем с тобой вот эту линию, вот смотри, представим так, что это линия. Вот, например, когда мы с тобой снимали в конце июля, вот, допустим, что мы на уровне 0. Вот сейчас, как эта линия? Она идет вверх, она идет на том же уровне, она падает вниз с точки зрения вообще общего спроса, вот как минимум, который ты видишь. Смотри, она однозначно падает вниз по цене, но вопрос в том, что это не так, как кто-то бы подумал, не на 50%, но идет, ну, в любом случае нисходящая тенденция. То есть цены на недвижку падают? Да, фактически падают, потому что люди иногда заходят, вот смотрите, на досках объявлений вон какие цены. Ну, потому что все, что путное, оно уходит достаточно быстро, остальные остаются висеть. То есть вы даже обратите внимание, на досках объявлений есть история цены, и там мы видим, что человек хочет вон столько миллионов, потом заходим в историю
цены, он вот столько миллионов хочет уже там 8 там, или там 12 месяцев. Да, да, да. Ну, то есть это означает, что хотеть не вредно. То есть у меня даже есть адекватные примеры по вторичке. Опять же, я сегодня хочу сказать цены по реальным сделкам. Вот смотрите, квартира, район хорошо в Мневнике, мы делаем аналитику цены. Мы смотрим, что все соседние квартиры, там массе своей с похожими характеристиками, хотеть 23 миллиона. То есть, соответственно, мы смотрим, что они там все, кто-то там 3 месяца, кто-то 6 месяцев хотят. Из этого мы понимаем, что эта цена не рабочая. Но это не говорит о том, что мы ее выставим за 13. Мы высчитываем, что 21,8 – это достаточно хорошая цена. То есть разница от безумного рынка всего лишь 1 200 000. То есть в соотношении со стоимостью квартиры, да, то есть это буквально 5%. Мы выходим по этой цене, находим покупателя за 2 недели, через 3 недели у продавца уже были деньги на руках, и он, соответственно, закрывает все свои потребности, то есть у него уже деньги отработали, а тот человек, который будет дальше стоять там с ценой 23 еще там полгода, он, соответственно, на свои дальнейшие-то цели уже никуда не, у него деньги, у него нет денег на руках, вот в чем дело, то есть они у него обесцениваются, пока он стоит в рекламе. Можно явно утверждать, что у застройщиков есть проблемы с продажей, с покупателями. Судить об этом можно по многим факторам. Например, если в Москве вы увидите, пройдете по большим улицам и увидите на билбордах и рекламных щитах, там будет реклама в основном только разных, значит, ЖК, либо застройщиков. Включите радио, то же самое, очень много рекламы именно от застройщиков. Также повысилось количество фейковых объявлений на больших площадках для того, чтобы создавать, генерировать больше лидов, собирать больше информации. Также сейчас очень сильно активизировались спам-звонки, что говорит о том, что контактные данные потенциальных покупателей кто-то либо сливает, либо продает. Вот, к примеру, в том же июле я продаю квартиру в Бутово. Мы выходим с клиентами там по одной цене, насколько я помню, там это было, допустим, там такое было соотношение цен, допустим, 11 900, к нам приходят люди и предлагают там по этой квартире, пускай там 11 500, 11 400, к примеру. Вот, и то есть мы понимаем, что у человека, то есть женщина хотела продать квартиру, в дальнейшем подыскать что-то другое, но время было, то есть мы понимаем, что вот этот а-ля дисконт выгоднее дать, то есть эти деньги просто отработаю себя за 2 месяца, там, буквально там за 3 максимум на депозите, и человек при своих, но она уже может там что-то забронировать, что-то с этим сделать. И мы продаем квартиру. То есть в этот же момент аналогичная квартира, то есть я за ней следила, потому что как раз-таки мы делали аналитику рынка, стоит там по цене, пускай там 12 миллионов, но они прям настойчиво придумали, что они хотят 12 миллионов. То есть по факту они никак не продаются, и через 3 месяца там мне откуда-то звонит, вот не, совсем недавно человек, собственник этой квартиры, говорит, а мы не знаем, что делать. Я говорю, ну так у вас, ну, проблемы с ценой. Он говорит, ну, мы-то сейчас снизились. Я говорю, так вы сейчас снизились, а рынок уже сам снизился. Он говорит, так я уже и на 10 500 согласный был. Я говорю, ну вот теперь найди, кто тебе даст 10 500, вот в чем проблема. То есть человек зацепился за номинальную цену, а если все это дело посчитать, ему было выгоднее забрать эти деньги тогда, то есть тогда бы он ее и за 11 бы продал. Короче, еще такой важный момент, вот Наташа говорит про депозит. Здесь, понимаете, здесь риск, дело благородное. Я хочу промакцент сделать, чтобы у вас не складывалось впечатление, что, например, продайте, возьмите деньги, несите в банк. Вы решение принимаете сами, как с вами, с вашими деньгами поступить. Потому что гуляют ролики по интернету, что, мол, банки сейчас с народа набирают депозиты, а потом и плакали ваши денежки. И народ активно это поддерживает в комментах, ведь раньше такое было, почему бы этому не произойти и сейчас? Хер его знает, может такое случиться, но вы просто должны понимать, что есть практика другая. Кто-то в мае условно продал квартиру, вкинул свои деньги на депозит, и он в процессе зарабатывает даже больше. Даже больше отбивает всю эту номинальную разницу. Ну и в конце концов, если ты в этот момент, продавая квартиру, скинул условных 400 тысяч рублей, и ты собираешься, ну, приобретать встречную квартиру, так не надо просто смотреть на них, на доску объявлений. Ты приди в эту встречную и скажи, дашь мне вот этот дисконт? Скорее всего, вы просто договоритесь, может быть, вам и депозит никакой не нужен будет. Один подвинулся, другой подвинулся, и вот тогда эта вся карусель едет. А в основном происходит так, что человек придумал, какую он хочет квартиру, посмотрел это только на доску объявлений, он туда не ходил. Он увидел, так, эта квартира стоит 15. Он даже не сходил и не спросил, а дадите за 14 500 или нет? Вот, и он держит эту мысль и от этого держит свою цену. То есть,
соответственно, в этот момент он упускает возможность продать свою квартиру по текущей рыночной цене и, соответственно, в принципе, и разменяться на другое жилье тоже. То есть тут депозит не то, чтобы я там говорю, что это какая-то истина последней инстанции, что нужно обязательно там класть деньги на депозит. А если у меня деньги в банке, вот сейчас хорошие процентные ставки, и многие люди воодушевлены этим моментом, что можно держать деньги на вкладе и получать хороший процент. Как, на твой взгляд, в этом есть смысл? Или эта ситуация может резко измениться в какой-то момент? Как ты думаешь? Ну, те, кто понимает, что деньги – это фантики, то есть сегодня они стоят столько, а завтра стоят совершенно другие деньги. То есть деньги, они дешевеют в принципе. То есть если вы считаете, что 20% годовых – это хороший вклад, ну, а если инфляция будет 30%, положим, да? То есть на сегодня уже ЖКХ на 10% поднялась, хлеб вырос. То есть если уже растет такая корзина, которая, ну то есть государство ее старается из последних сил удержать, нет никаких гарантий, что инфляция не съест ваши деньги. А что такое она съест ваши деньги? То, что вы могли купить сегодня за 10 миллионов рублей, вы через год будете покупать за 15. Спасут ваши деньги. У вас эти 20% 10 миллионов, это будет 2. То есть вы наоборот потеряете, получается. Считаю, что всегда важно помнить один момент, что продажа или покупка недвижимости – это всегда улучшение жизненной ситуации человека. Даже если вы продаете квартиру за долги, это все равно улучшение вашей жизненной ситуации, пусть таким тяжелым и не самым приятным путем. Так вот, улучшать свои жизненные условия люди будут всегда, вне зависимости от самых тяжелых и кризисных ситуаций в стране и мире. Человек хочет жить хорошо. Альтернативные сделки как заполняли рынок, так и будут заполнять его дальше. Вот, к примеру, у нас семья. Соответственно, как раз у семьи был похожий запрос, но так как они не могли претендовать ни на какую ипотеку, ни льготную, ни семейную, ни прочее, они хотели приобрести квартиру в рассрочку, потому что у них было святое убеждение в том, что цены растут, и потом они не смогут приобрести квартиру в рассрочку. И, допустим, мы пришли в ЖК «Архитектор». Вот такая квартира у застройщика стоит 33 миллиона. Ее можно купить там в какие-то рассрочки, причем рассрочки платные. То есть по факту застройщик предоставляет рассрочку, которая выходит там от 6 до 10% по стоимости. И эта же квартира, то есть мы заходим также там на вторичку и смотрим их от физиков. То есть мы даже сейчас не берем в расчет, что мы с этими физиками можем торговаться, прочее. То есть эти же квартиры там стоили по 27 миллионов. На тот момент. Сейчас тоже там есть эта актуальная разница, я ее опять же пришлю. Квартира стоит 30 миллионов, а рассрочка до мая следующего года, но она тебе, если честно, не очень просто поможет. Конечно, вот в чем конечно. Дело. Нам застройщик считает эту квартиру за 32-33 миллиона. А в тот же момент мы видим, что такие же квартиры прямо на вторичке, их много. То есть это не то, что какая-то разовая, какой-то может быть фейк. Нет. То есть мы видим, что их там огромный выбор от физических лиц, так называемых инвесторов, по цене там 26 миллионов. То есть мы посчитали разницу, она примерно 20% получается для человека. То есть суть покупки от застройщика полностью теряется. То есть какую бы он тебе не дал рассрочку, ты сверху переплачиваешь 7 миллионов. Ну как это можно оправдать? Никак. Дима просил рассказать про какие-то обманы, либо какие-то схемы, связанные с покупкой недвижимости. Но, к сожалению, у меня такого опыта нет, потому что я стараюсь ограждать и себя, и своих клиентов от непрозрачных условий, либо сомнительных документов. Могу лишь сказать следующее. Когда вы приходите к застройщику, он может сейчас обещать вам вообще все, что угодно. Когда раньше это было повсеместно, то сейчас это только усилилось. То есть это, значит, пониженная процентная ставка, но в угоду того, что цена за объект вырастет на несколько миллионов рублей. Значит, какое-то обещание взрывного инвестиционного потенциала, изменение инфраструктуры, модернизация инфраструктуры и прочее. Короче говоря, что угодно, лишь бы вы купили квартиру в новостройке. В принципе, то же самое касается и вторички. Надо сейчас всю информацию, которую вы получаете, фильтровать несколько раз. И если это не отображено на бумаге, то считайте, что этого и не было. Я с чем столкнулся? Выбираем с оригинальным клиентом квартиру, вид из окна из этой квартиры. Это на Звенигородке было. Хороший комплекс, бизнес, все чики, все замечательно. Но я поехал на место и убедился в том, что вид из квартиры не соответствует тому, который идет с электронных камер.
Фокус в том, что они дают вид с другой камеры, а из этой квартиры вид прямо на башню соседнего пункта. Там буквально 20 метров. То есть ты эту квартиру никогда не продашь. Никогда. А если продашь, то за совсем смешные деньги. Я хочу обратить ваше внимание именно немножечко подробно на рассрочки, потому что практически все условия, которые мы сейчас смотрели по застройщикам, они, я бы называла это грабеж, упакованный в какую-то историю для человека. То есть мы, к примеру, приходим в соседний ЖК, и там квартира, которая стоит, пускай там для ровного счета там 30 миллионов рублей. И нам объясняют, что смотрите, мы вам дадим рассрочку аж на полтора года. Клиент думает, ничего себе, полтора года, там я что-то как-то уже там более-менее с этим смогу делать. Мы даже не берем в расчет в том, что это экономически нецелесообразно, и можно это там дело найти на вторичке. К примеру, люди говорят, у нас сейчас есть только 8 миллионов. Мы не можем сейчас просто купить что-то на вторичке. Но что предлагает застройщик? То есть мы подписываем с ними договор, но это договор только на бумаге, договор о намерениях, по которому мы застройщику переводим 8 миллионов. Внимательно слушайте, это интересная история. 8 миллионов, да. В течение полутора лет платим по 200 тысяч ежемесячный платеж. И дальше последний платеж, это должна быть вся оставшаяся сумма. Однако в договоре этой их квази-рассрочки вообще не предусмотрен переход на ипотеку в конце, который они хотели сделать. То есть в конце ты просто должен принести, опять же, наличкой, эту сумму. И это даже не самое главное. Даже на такие какие-то очень странные условия были бы согласны клиенты, но оказывается, что этот договор никак не регистрируется. То есть это просто бумажный договор о намерениях, на основании которого мы отправили застройщику деньги, а он обязуется с нами через полтора года заключить договор купли-продажи. Или не заключить. И когда мы говорим, если вы с нами его не заключите, то, соответственно, они говорят, вы можете подать на суд. И самое главное, то есть все эти полтора года квартира будет также собственностью застройщика. То есть человек отдает все свои сбережения, платит по 200 тысяч в месяц, то есть по сути все там свои деньги. Он не может там начать делать никакой ремонт. Во-первых, у него ничего не останется на ремонт, но он не может начать делать, потому что эта квартира вообще не твоя эти полтора года. Он теоретически начать-то может делать, но... Теоретически может, да, но на практике, то есть с ним могут потом просто не заключить этот договор купли-продажи, потому что по факту это просто бумага, которая никак не регистрируется. А как раз у меня там были ребята, молодая семья с маленькими детками, которые хотели приобрести эту квартиру, чтобы в дальнейшем избавиться от материнского капитала в региональной квартире, то есть сюда перевести в эту квартиру доли детей, чтобы потом продать ту квартиру в регионе и эти деньги используют. То есть люди настолько уже не понимают, как отбрехаться от этого мат-капитала. А тут получается, что они и этого сделать не смогут, потому что квартира не их. То есть с опекой ты никак этот вопрос не решишь. Запомните, обмануть вас можно только в том случае, если вы идете на такой шаг, как покупка или продажа недвижимости, без грамотного риэлтора или юриста. Вы не должны разбираться во всем на свете и быть во всем специалистами. Во всех областях многие тонкости и нюансы нужно знать заранее, либо уметь их найти и обратить на них внимание. Самый главный развод от застройщиков, на мой взгляд, это их суперпредложение по суперусловиям под суперпроцент. Увеличение стоимости объекта в новостройке на 10+% является убийственным для дальнейшей ее реализации. А жизнь такая непредсказуемая штука, что, приобретая объект недвижимости, вы все равно должны быть готовы к тому, что объект, который вы приобретаете в будущем, тоже должен быть актуальным для рынка недвижимости в случае его реализации. Качество ремонтов и самого строительства – это большая отдельная тема для отдельной дискуссии, и можно посвятить целый выпуск. Бизнес-класс бизнес-классу рознь, даже не в том плане, что там какая-то планировка хорошая или плохая, что может людей ожидать неожиданный сюрприз, к примеру, в качестве постройки моста, и ценность квартиры ее очень сильно отличается, потому что многие, допустим, свою квартиру, у которой какие-то виды не очень, мягко говоря, оценивают так же, как и видовую, а разница может быть около 10 миллионов. Хоп, и поменялись местами. А на той стороне это жилой комплекс сердца столицы. Да, это очень хороший жилой комплекс сердце столицы, хорошее по качеству. И тут происходит интересная картина, что люди, покупая себе жилье в бизнес-классах, какие-то здесь даже называются премиум-классом, в дальнейшем получают вот такой сюрприз, потому что о нем они не знали. В виде моста. Если посмотреть детальнее, конечно, через камеру это не передать.
что из некоторых окон мост, ну, буквально там рукой как будто подать, там 20, 30, ну, не знаю, там 50 метров. То есть он очень близко находится. Наверняка есть те, у кого квартира чуть-чуть подальше, на другой вид, и у них будет возможность, там, допустим, куда-то выехать ближе. Здесь, например, ты выходишь, переходишь мост, там метрополитен, он ближе. То есть в чем-то будут плюсы, минусы, но, тем не менее, это интересный, любопытный момент. И что происходит? Получается, те, кто покупал, например, вот в этих домах, да, у них вот, вот вообще прям живой пример, у них прям выходишь. Да, соответственно, не все люди знали, что здесь будет строиться этот мост. Кто-то знал, кто-то не знал. И я даже обращала внимание, буквально прошлой зимой мы здесь искали активно квартиру для клиентов. И вот именно вот по вот этим вот стоякам, все, что ближе к мосту, очень много было в продаже, потому что в целом везде стройка, и для человека, ну, не очень знающего, он не может не понять, что это, ну, что происходит, да, что здесь строится мост, и люди условно именно из-за этого и продают квартиру, потому что везде стройка, тогда еще так это все не было сильно видно, понятно. Но мы-то уже знали, естественно, понимали, что квартира квартире рознь, ее ценность в дальнейшем тоже, соответственно, как бы, ну и проживание в ней тоже будет отличаться. Обман со стороны продавца. Резкое увеличение стоимости квартиры перед сделкой, либо невыход на сделку в согласованный день. Но это все сложно назвать обманом, скорее это человеческий фактор на фоне тревожности. Обман со стороны покупателя. Тоже очень интересная тема. Потерянное время с покупателем с неодобренной ипотекой. В том случае, если вы приняли аванс и убрали объект с рекламы. Есть такая еще очень интересная тема, как множественность авансов. Это когда у объекта в продаже есть 2-3 сильных конкурента, и этим 2-3 сильным конкурентам одномоментно вносят авансы. 30-50 тысяч рублей. Квартиры убираются с рекламы на 1-2 месяца. И тот объект, который заинтересован в быстрой продаже, тем самым освобождает себе путь для этой продажи на 1-2 месяца. То есть человек вкладывает 100-150 тысяч рублей и продает свой объект без конкурентов. Но как бы карму никто не отменял. Вам могут обещать лес. А через полгода они там откроют площадку. Вам могут обещать школу, а эта школа окажется частной. В том числе и садик может оказаться частным, а не муниципальным. А за это нужно платить деньги, а вы к этому не готовы. За нашей спиной та самая вторичка. И прежде чем мы перейдем к ней, я хочу вот и тебе задать вопрос. В наших выпусках очень часто люди говорят, в Москве люди зажрались. И в том числе сейчас, когда мы начинаем с таких цен, там, бизнес-классы, премиум-классы, 35 миллионов, 50, скидка 5 миллионов, 7 миллионов. Ну, для людей, для многих с региона, они скажут, ну, это херня какая-то. Вот прям таким текстом и скажут. Но я тебя прям прошу, ты вот проводишь сделки, ты в любом случае с людьми общаешься. Покупают, наверное, жены депутатов, чиновники, крупные бизнесмены, которых знает вся страна. Кто эти люди вообще и откуда они? Такой ловкий вопрос. Видели, какой? Да. Лапкой, котик. Раз. Смотри, конечно же, даже если я знаю, кто чем занимается, там конкретных людей я называть не буду, но в массе своей у этих людей есть вполне какой-то конкретный бизнес, не инфобизнес, и эти люди из регионов. Так получается, что в массе своей это люди из регионов, более того, которые приобретают квартиру с оговоркой, мы там жить не будем, мы просто хотим все наши сбережения вложить вот во что-то ликвидное и ценное для того, чтобы просто на будущее. То есть, может быть, мы ее будем сдавать, но это просто сохранение капитала в массе своей. Потому что если мы берем обычных людей, которые проживают во вторичке, к примеру, летом, я вот в том доме, да, вот, соответственно, вот рядом прям совершенно с новостройкой стоит панелька, продавала квартиру. И здесь как получается? Семья, взрослые люди, двое детей. У них есть две однокомнатных квартиры. И то есть, продавая две однокомнатных квартиры во вторичке, если у людей есть необходимость купить себе обычную трешку, без изысков, там, не 100 с чем-то метров и так далее, просто обычную трешку. Тоже на вторичке. На вторичке, но ребятам хотелось свежий ЖК. Все-таки они вот всю жизнь прожили в таком и говорят, мы хотим что-то новое попробовать. Для этого пришлось все-таки уехать за МКАД. Да, это Москва, это там район Митина и так далее. Пришлось уехать за МКАД, продав здесь, купить там одну единственную трешку, и там оставался еще там запас там, по деньгам, там сделать ремонт и так далее. То есть как раз-таки в массе своей люди вот из вторички, для того, чтобы им переехать во что-то большее, им приходится чаще всего жертвовать локацией, то есть уезжать чуть дальше,
чтобы в эти деньги себе какое-то купить уже, ну, оптимальное свежее жилье. А вот в твоих словах как раз прослеживаются некоторые наши выпуски. Вот всем, кто принимал участие, огромный привет. Зачастую люди, кто живет и родился в Москве, вот непосредственно в Москве, вот они вырастают, 25, там, 30 лет становятся, женятся, дети. И когда встает остро вопрос о покупке жилья, как правило, вот мы ездим все за МКАД, эти жилые комплексы, где как раз и живут, там, кто там без пап, без мам, либо там, кому родители помогли какой-то первоначальный взнос сделать. Если вы хотите продавать, продавайте. Покупают квартиры. У меня покупали квартиры и семейные пары, и инвесторы, и люди, которые с ипотекой, и с наличными деньгами. То есть рынок не стоит. Он, может быть, я бы сказал, зажмурился немножко. Да? Покупатель стал более требовательный, взыскательный, но покупают. Просто откладывать это на потом, вы должны взвесить. Не получится ли так, что вы потеряете время, а ничего не выиграете? Момент такой, вы должны продавать это по реальной цене, чтобы у вас купили. А если вы будете продавать по завышенной, то вы потеряете тот пул покупателей, который мог бы вашу квартиру купить. И в итоге продадите дешевле той цены, которую могли бы взять на этом рынке. Самый сложный вопрос, что делать дальше? Я всех своих клиентов делю на три большие группы. Группа первая – это альтернатива, то есть люди имеют свое жилье, они его продают и покупают что-то взамен. Вместо однушки – двушку, вместо трешки – две однушки и так далее. Вторая группа – это люди, которые просто что-то продают и денежные средства потом куда-то переинвестируют, отправляют в другое русло. То есть их интересует только продажа. И третья категория людей – это люди, которые покупают жилье впервые. Как обычно, у кого альтернатива, можно не переживать и спокойно заниматься реализацией своих планов и идей. Здесь очень важно правильно посчитать рыночную цену продаваемой квартиры и трезво смотреть на свои возможности и на покупаемую квартиру. Значит, важно отметить, что сделка у вас может сорваться по независящим от вас причинам, потому что рынок очень сильно нестабильный и вся цепочка может рассыпаться в любой момент. Надо быть просто к этому готовым и быть готовым к тому, что весь процесс нужно будет начинать сначала. Для тех, кто продает, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу ликвидности и цены вашего объекта. Если у вас ликвидный объект, хороший объект, в свежем доме, с хорошим ремонтом, с хорошей планировкой и так далее, вы продадите его по рыночной цене. Если вы будете продавать по цене сильно выше рынка, даже на 5% выше рынка, то реализация у вас будет занимать от полугода и более. Если же объект у вас обладает низкой ликвидностью, в таком случае надо быть готовым к дисконту в 10 и даже 15% от рыночной цены. Зато в таком случае вы сможете продать квартиру, а недостающую дельту сможете компенсировать, например, благодаря вкладам. Что делать и кто виноват? Ну, для начала купите себе тапочек Спиридона. Он приносит успехи в делах с недвижимостью. Это я вам авторитетно заявляю. А так, что делать? Я считаю, здесь ключевой вопрос – кому? Кому делать? Людям, которым нужно решать свой жилищный вопрос, его нужно решать здесь и сейчас, вне зависимости от ситуации на рынке. Да, не стоит необдуманно вкладываться в недвижимость как инвестор, потому что дорогая первичка сегодня превратится в дешевую вторичку завтра. Но всем остальным обычным людям, для которых жилищный вопрос стоит остро, я рекомендую не ждать лучших времен. Потому что, как показывает практика, лучшее время – это здесь и сейчас. Если разбираться поглубже, то не цены растут, а деньги дешевеют. Для тех, кто только собирается покупать недвижимость, у меня только один совет. Пожалуйста, не лезьте в кабалу. Процентная ставка в 23% – это просто уму непостижимо, и переплата будет просто огромная. Я никогда не давал таких советов, но сейчас иное время и впервые сдам такой совет. Оставайтесь в аренде, потому что разница между арендой и покупкой сейчас просто колоссальная. Лучше заключите арендный договор на большой срок, зарегистрируйте его официально, для того чтобы у арендодателя не было возможности повысить цену. Мне искренне жаль молодых ребят, которые только построили свои семьи, только начинают их строить, и у которых буквально отняли возможность мечтать и планировать о покупке своего жилья. Не стоит забывать также, что та самая семейная ипотека во многих банках уже исчерпана, а там, где она осталась,
Во-первых, она заканчивается, а во-вторых, первоначальный взнос по таким ипотекам составляет неподъемные 50%. Понизится ставка по ипотеке, взлетит цена, а как мы уже поняли, она взлетает намного быстрее, чем падает. Не воспользоваться льготными условиями по ипотеке, если есть такая возможность, и вы подходите по всем критериям, ну не то чтобы глупо, но точно беспечно. Многие люди сейчас действительно понимают, что с такими ставками, угу, под программу льготную, например, человек не попадает, 25%, цены все равно выросли, пусть они где-то снижаются, но все равно для некоторых это, конечно, остается безумно дорого. Да, для некоторых, я имею в виду для большинства населения нашей страны. Угу. Вот. И, соответственно, когда тебе надо где-то жить, ты в любом случае идешь куда? Хостел, либо снимаешь комнату, либо снимаешь квартиру. Простыми, угу, словами, в аренду. Но и в аренде ваши коллеги, некоторые, кто занимается именно арендой, блядь, людей, так сказать, я сейчас, да, я сейчас расскажу бурят. Вообще очень дикая веселый побежь, случай, да, про аренду, так как на данный момент аренда тоже, соответственно, улетела в космос, потому что многие люди, они мыслят так. Государство что-то придумало, по какой-то причине у нас увеличиваются вот эти ставки, наверное, это временно, и, возможно, у них есть какой-то план, поэтому, и они его придерживаются, поэтому я посижу сейчас немножко в аренде, потом разберу, что с этим делать, потому что что сидеть в аренде, что платить ипотеку, вот с таким вот платежом, ну, получается примерно одно и то же, иногда даже выгоднее сидеть в аренде. Соответственно, конечно, цены на аренду увеличились, и особенно увеличились как раз-таки на аренду в бизнес ЖК, потому что аренда прям вот вторички-вторички, старые, панельные, ну, там не такая на самом деле большая разница, там, ну, плюс какие-то там 5, там, ну, 10 тысяч рублей там максимум. Вот. И, значит, у нас недавно был такой случай очень веселый. Обращается человек, которому нужно было сдать квартиру в аренду. Соответственно, у нас есть с человеком договоренность, что это ему нужна эта услуга, соответственно, он же ее и оплачивает. То есть комиссию я сдаю без квартиры, я сдаю без комиссии для нанимателя. Мы публикуем это объявление. И, значит, идет такой прям шквал звонков. Все звонят, ну, там, знаешь, там, для понимания, для вас, чтобы вам было интересно именно в цифрах, то есть это квартира в Бутово, и наша цена 45 тысяч рублей. Обычно однокомнатная квартира с кухней и гостиной в среднесимпатичненьком состоянии. Вот такие цифры. Мы выходим в рекламу, и там за два дня, ну, реально буквально 100 звонков. И, соответственно, я попросила свою помощницу, она приходит на показ, и она говорит: слушай, я что-то не понимаю, но пришла какая-то там девушка, которая вроде как звонила, что ей нужно для ее клиента, нам-то, в принципе, все равно, то есть с кем вы там придете, пожалуйста, мы открыты. И мы понимаем в какой-то момент, что эта девушка приводит одного человека, второго, третьего, пятого, десятого, вообще что происходит, то есть люди запутанные, все вроде хотят снять, но что происходит? Оказывается, эта хитрая мадам дублирует наше объявление, которое просто никто даже не отследил, потому что, ну, реально, ну, звонки шли реально каждую минуту. То есть она дублирует такое же объявление с агентской комиссией 100%, то есть она просто хочет 45 тысяч себе сверху. И ведет людей. То есть якобы она нам их приводит, а они ей должны за это 45 тысяч рублей. Конечно, мы очень сильно удивились, когда, ну, выкупили, скажем так, эту схему, и по итогу все-таки сдали квартиру тем, кто пришел по нашему объявлению, естественно, без комиссии. Но даже для меня это была такая наука, так как я арендой занимаюсь не так много, что вот такое может быть, и что нужно мониторить и следить вот за такими вот хитрецами, то есть которые увидели, когда кто-то порядочно сдает квартиру без комиссии на хороших условиях для нанимателя, и тут же они прибегают. Но самое главное, обратите внимание, что на доске объявлений было и наше объявление без комиссии, и ее с комиссией, но, видимо, на аренду спрос такой, что люди согласны были. То есть она привела человек 7, там 8 или сколько, там целый митинг был. То есть остальные просто приходили, психовали, видели какую-то толпу, думали, что мы какие-то мошенники. Ну, потому что просто какая-то там толпа на просмотр оказывается. Вот они их вот так вот вели, и люди были согласны заплатить сверху эту комиссию. Прогнозировать повышение или понижение цен на недвижимость, на ключевую ставку, я, к сожалению, не могу. Слишком большое количество факторов, из-за которых такое прогнозирование превращается просто в гадание на кофейной гуще. Объявление мобилизации, отмена льготной ипотеки, повышение ключевой ставки, неконтролируемые вливания в бюджет – это слишком большое количество факторов, чтобы говорить о каком-либо прогнозировании. Вообще, я очень позитивно всегда смотрю на рынок недвижимости, в каком бы состоянии он ни находился, потому что стагнации не будет никогда. Все люди хотят жить. Все люди хотят иметь собственное жилье, все люди хотят решать свои жилищные вопросы. Пока люди чего-то хотят, все будет двигаться, крутиться, вертеться. Все вопросы будут решаться, высокие ставки никого не будут пугать, и все будет хорошо. Как в том самом видеоролике. А елочка-то вам нравится?
как вам елочка? Ну, я хитрый, ты понимаешь? Я хитрый. Я слушаю все, что ты рассказываешь, не знаю, как люди, но я слушаю. Я уже запомнил, что до Нового года все мы хотим купить. Соответственно, mm-hmm. будет какая-то движуха, а потом начнутся январские праздники, тишина. Февраль, как правило, тишина, все такие, ну, может быть, сейчас в феврале, в марте там что-то зашевелится. И тут такой я в феврале такой, опа, что, голодные? Голодные, смотрите, что у меня есть. 1000 за твой бизнес-класс. Согласен? И человек мне уже рад. Ну, понимаешь смысл? Конечно, понимаю. Что, соответственно, понимаю. Сегодня здесь, к примеру, 22 до Нового года, а потом после Нового года, может, кто-то не продаст, я приду, скажу, 19, например. Смотри, я сама в твоем отряде. И у меня, естественно, есть там определенный пул клиентов с наличными, с которыми мы можем, если вот что-то такое находится, да, то есть оперативник это шутить, выкупить. Да, если за 10 миллионов будет здесь что-то, метров 100, ты мне звони. Обязательно. Я тоже в пуле буду. Обязательно хорошо. Приглашу тебя в гости тогда. Покажу, что купила. Даже так, блин? Конечно, конечно. Мне тоже иногда звонят люди, говорят, знаете, мы не хотим платить за подбор, мы ничего не хотим, вы просто, когда найдете что-то по халяве с огромной скидкой, вы мне наберите. Я говорю, нет. Вот, это самое, вот это на самом деле очень круто, потому что таких людей действительно во всем, везде, всегда. Мне тоже многие звонят, типа, знаешь, когда будет какой-нибудь Манджаро, например, от дилера официального, типа там, вот он везде 4 стоит, вот он если будет за 3500, ты мне сразу звони, я куплю. Я говорю, да, я обязательно тебе сразу позвоню. Да, на самом деле ты абсолютно прав, то есть в любом случае, какой бы ни был рынок, он всегда осенью относительно живой, и вот это и декабрь, он тоже всегда живой, все куда-то бегут и что-то стараются купить. Тем более мы же не забываем, что мы всегда в декабре готовимся к концу света в январе, вот, поэтому люди стараются, то есть приобрести что-то себе можно, и соответственно на вторичке люди тоже ближе к декабрю не такие сговорчивые, потому что, ну, побольше народу появляется на рынке, кажется, что у них есть такие возможности, и вот очень многие как раз-таки на этом фоне теряют возможность продать, то есть они кажутся, ага, вот сколько людей, все хотят же купить мою квартиру, подниму-ка я еще, а потом все, проходит Новый год, и он так и остался как бы с носом, потому что не поделили 300 тысяч рублей. А если мы говорим, да, то есть там про январь, февраль, март, это хорошее время для того, чтобы торговаться с людьми, потому что мы не забываем, что очень мало людей просто продает недвижимость, чтобы взять деньги и сидеть с ними. То есть у них, как правило, есть какой-то план. И когда мы приходим в феврале, мы понимаем, что на рынке покупателей мало, и человек говорит, смотрите, вот если вот мы там условно пойдем на сделку в течение 2 недель, то есть я успеваю для своих каких-то целей, я могу дать вот такой-то дисконт. И, соответственно, мы тоже такие квартиры, ну, с удовольствием приобретаем. Но, опять же, не ждите, что это какой-то дисконт будет 50% от рынка. Ну, то есть это не совсем так работает. Мы говорим про дисконты, да, то есть там, ну там 3-5-7% от реального рынка. Если мы сейчас смотрим на рынок вот так вот в целом, он все-таки скорее жив, чем мертв, просто поменялась реальность. И не все к ней готовы. Он в целом всегда очень инертный. И переход у людей к пониманию цен занимает какое-то время. То есть, ну, как правило, они за него заплатят деньгами. Я не думаю, что нас ждет вот прям какое-то там сумасшедшее падение рынка, но при этом, если вам действительно что-то нужно продать, это будет сложнее, чем это было ранее. Мы все ждем, что когда-то изменится там ставка Центробанка, будет другая ипотека, и это в любом случае как-то стимулирует рынок каким-то там покупкам и продажам, но уже никто не верит в то, что это будет через месяц, через два, через три. То есть мы надеемся на какую-то там оттепель хотя бы к лету следующего года, что это, ну, хотя бы будет ставка с первой цифры не 2, на том как бы уже будет и спасибо. Иногда, знаешь, тоже к разговору о шуточках, я вот смотрю, что у нас люди все равно там берут там ипотеку там и 20, сейчас вот, наверное, 25 возьмут. Мне кажется, если кому-то сказать, что ставка будет 35, а я уже не удивлюсь, то сейчас все пойдут брать по 25%. Ну, это такой как бы агентский юмор, он у нас тоже есть. На самом деле нам всем тоже грустно, мы тоже все где-то живем, мы тоже себе продаем, покупаем жилье, мы понимаем реальность, и нам тоже всем... Отчасти бывает обидно там за клиентов, за какие-то ситуации, что вот они где-то потеряли деньги. Но вы поймите, то есть многие просто рассчитывают, что агент это тот, кто всегда предлагает продешевить. Да это не так. Ну, то есть если вам там агент реально предлагает какой-то дисконт 30% от вашей квартиры, ну, наверное, правда странно. Но иногда лучше, вот как вам кажется, немножечко потерять в моменте, но вы от этого приобретете, чем вы прям вот зацепитесь за эту цену и, скорее всего, ну, сильно потеряете на пробеге. В завершении я хочу подсветить одну важную тему, которую сегодня мы затронули, но я бы сказал вскользь. Кто сегодня находится в полной жопе? Давайте так.
те, у кого нету своего жилья вообще никакого. Квартиры на вторичке в пятиэтажке, студии, вот чего угодно. Кому нужно вообще покупать что-то впервые? Цены выросли, ставки выросли. Еще 5 лет назад, казалось бы, можно было взять квартиру с первоначальным взносом 300-500 тысяч рублей, в зависимости от региона нашей страны, взять льготную ставку, вписаться в ту самую ипотеку с более-менее комфортным посильным платежом и уже жить, ну как минимум, как мы с вами считаем, в своем, но пока не заплатил, это банка. Сегодня, переходя в аренду, это безысходность. И вы не забывайте, что в аренде это хорошо тем, у кого есть здоровье, кто каждый день работает и ежемесячно получает деньги и имеет возможность платить за эту аренду. Вот живу я в квартире двухкомнатной. 8 тысяч рублей мне в месяц нужно заплатить, чтобы оплатить коммунальные платежи. Аренда такой же квартиры в этом же доме была бы 1075, а то и 80. Ну вы чувствуете, да? А не заплатил, все, тебе что скажут? Пинка под жопу, иди спи на улицу. Никто с тобой церемониться не будет. И вы это прекрасно понимаете. Более того, мы с вами понимаем, что ребята заканчивают институты, женятся, хотят создавать семьи. А где жить? Чтобы скопить сегодня первоначальный взнос и купить квартиру здесь и сейчас, ну, где такая возможность? Вот что страшно, но все надеются на то, что вот в следующем году станет лучше, ставка упадет. Ведь такое уже было, и ставки падали. И вот сюда можно добавлять. Есть у тебя машина, она становится старенькой, тебе нужно покупать машину, как необходимое средство передвижения. Цены на машины тоже высокие, ставки тоже высокие. И вот так вот, чего не коснись. Телефон дорого, компьютер дорого, все в цене растет. А если это базовые потребности, которые нужны тебе для работы, для зарабатывания денег, для саморазвития, но здесь, я думаю, мысль вы поняли. Ребята, не добавить, не убавить. Всех вас я приглашаю в комментарии. Если кто-то из вас живет вот в этом жилом комплексе, где мы снимали, пригласите в гости. Очень сильно хотелось бы сделать более детальный развернутый выпуск о вот этом жилом комплексе. Много чего хочется по нему сказать и много чего хочется спросить у жителей данного комплекса. Не добавить, не убавить. Всех вас я приглашаю подписаться на телеграм-канал. Напомню, что если вдруг кому-то нужна помощь в покупке-продаже недвижимости, телефон вы видите на экране. Увидимся с вами в следующее воскресенье. До новых встреч. Пока-пока.